На минувшей неделе в эфир нашего телеканала вышел сюжет о недостатке маршрутных автобусов в деревне Беленицы. Трансформаторная будка на улице Старокурьяновской, которая сильно сужает дорогу, основная причина, почему общественный транспорт не может выезжать на окружную через Курьяново. Однако, как нам стало известно, уже в будущем году эта проблема может решиться. В городской администрации подготовили проектно-сметную документацию на перенос строения подальше от дороги. Мы разделяем это опасение, безусловно, только не только для пассажирского транспорта она вызывает, скажем так, затруднения в проезде, ну и просто для обычного транспорта. Словно сейчас мы разработали ПСД, переносе этой транспортной подстанции в другое место, где-то это составляет порядка 2,2 миллиона рублей. Сейчас ПСД проходит проверку в нашем муниципальном учреждении, и я думаю, что в первом полугодии мы ее обязательно перенесем.